Петр Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами лично не знакомы, но вы родители моих знаете. Петр Алексеевич, у нас, в общем, такая ситуация. В общем, так вышло, что Глаша забеременела. Вот. Ну и у нас так складываются обстоятельства, что... Мы решили сделать аборт. В общем, да. Я отправлял Глашу в женскую консультацию. Ну и ей там сказали... Делайте, говорят. Я недавно в университет поступил, строительный. Глаша у меня молодец, на третьем курсе уже. Да мы бы и сами рады оставить. Но вы понимаете, денег даже на коляску не хватит. Витенька у меня молодец. Работает. На вентиляторном заводе, да, с 11 ночи до 6 утра. Глаша вон за родителями ухаживает. Мама болеет. Денег ни на что не хватает. Но вы в будущем хотели бы, чтобы у вас были дети? Ну что за вопрос, Петр Алексеевич? Конечно, хотели бы. Да успеем еще. Какие наши годы? У нас ведь получится. Получится? А знаете, что я вам скажу? Нужно жить тем, что есть, поэтому рожайте ребенка сейчас. Петр Алексеевич, я вам объясняю. У меня отец. Я все детство без него провел. Я не хочу, чтобы мой сын так же без отца рос. Бог даст дитя, Бог даст и на дитя. Это вам игрушка рождественская для ребеночка вашего. Это вам на пеленке. Петр Алексеевич, мне кажется, вы нас не так поняли. Не о себе думайте, а о жене и о ребенке. Доучитесь, и ребенка родите, и заработаете. С Рождеством вас! Боря, извини, не собрал. Да ты что, Петь? Ты же говорил, 50 баксов каких-то осталось найти. А я уже человека в Польше попросил тебе иномарочку подыскать. Ну, извини. Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть. Нечего терять, не на голову обвинять, нечего забыть. Это мои родители были. Вы подросли. Мне тут соседи сказали, что вы до сих пор на старых «Жигулях» ездите. Да. Нормально. Это вам. С Рождеством, Петр Алексеевич. Если бы не вы, меня могло бы и не быть. И я бы не стал учителем. А я экономистом. А я машинистом. А я воспитателем. А я врачом. А я кондитером. А я хореографом. А я летчиком. А я программистом. Я модельером. Я космонавт. Я актрисой. Я строителем. Я стюардессой. Я инженером. Я врачом. Я режиссером. Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть. Нечего терять, не на голову обвинять, не, нечего забыть. Может, я не прав, не прав, не прав, я не туда зашел. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя, и это хорошо. Это хорошо, о-о-о, это хорошо, о-о-о.